Да, заслуживает, да, такая аргументация? Внимание, я думаю. Что дальше? Ну, это опять цитаты Волка. Я... Не, ну, слушайте, ну да, по-моему, Рассел это и Витгенштейн. Главное, Витгенштейн это цитаты Волка. Цитаты Волка. Давайте Витгенштейна прочитаем просто. Напомню кто-то, что там у Витгенштейна было. Витгенштейн. Логика философский трактат. Логика вот сразу вывели. Давайте читать, скачать, купить. Я не буду покупать логика философский трактат. Мне еще денег много. Смотрите. Мир есть все то, что имеет место. Витгенштейн. Ауф! Поехали дальше. Мир есть совокупность фактов, а не вещей. Ауф! Мир определен фактами и тем, что все факты. Ауф! Продолжаем. Факты в логическом пространстве – суть мир. Ауф! Продолжаем еще дальше. Мир распадается на факты. Ауф! Я не знаю. Атомарные факты есть соединение объектов. Ауф! Как бы, ребят, продолжаем еще дальше. Критику Витгенштейна, которую маргинал обычно проводит и другим мыслителям. Давайте к Витгенштейну. Для предмета существенно то, что он может быть составной частью атомарного факта. Ауф! Как бы, продолжаем дальше. Чтобы знать объект, я должен знать не внешние, а все его внутренние качества. Ауф! Как бы еще дальше. Объекты содержат возможность всех положений вещей. Ауф, друзья, продолжаем. Цитаты Волка. Объект прост. Ауф, как бы, не знаю, что еще будет. Между прочим, объекты бесцветны. Ауф, я не знаю, ну это серьезно, что ли? Она, субстанция, есть то, что существует независимо от того, что имеет место. Ауф, она есть форма и содержание. Уф-уф-у! Продолжаем. Ну просто, ребят, серьезно? Ну, серьезно просто, серьезно? Постоянный существующий объект одно и то же, вы не поверите. Ауф, как бы, ребят, форма есть возможность структуры, как бы. Ничего себе. Вот это философия, не то, что в ебаной Конфуции, как бы. Ауф. Атомарные факты независимы друг от друга. Ауф, типа, ребят, что? Мы создаем для себя образы фактов. Ауф! Еще что у нас? Элементы образа. Да мы почти уже все прочитали. Образ есть факт. Ауф! Не знаю, давайте дальше листать. Атомарный факт мыслим означает, что мы можем создать его. Образ! Ауф! Как бы, ребят, ну вот это я понимаю, философия настоящая. Не то, чтобы там проклятые эти, не знаю, гребаные китайцы, у которых никаких доказательств нет. Давайте пропустим все доказательства, конечно, сейчас. Пропускаем доказательства, давайте. Нахуй мы не будем их считать. Найдем какие-то слабые утверждения. Мы доказываем, как доказывает убер-маргинал обычно. Правильно? Мы делаем так же. Цитаты Волка. Смотрите. 4.27. Относительно существования и несуществования n атомарных фактов имеется kn равно эпсилон n равно 0 nv возможностей. Уф! Как бы, то есть, ребят, все так можно опровергнуть. Продолжаем. Витгенштейн, цитаты Волка. Возможности истинности элементарных предложений есть условия истинности и изложности предложений. Уф! Как бы, это уже большой волк. Продолжаем дальше. Ну, то есть, ну чё, ребят, Витгенштейн? Так, ребята, для меня хорошо, для меня Витгенштейн философ, но это же цитаты Волка, ребята, цитаты Волка по маргиналу должны быть. Общая форма предложения есть переменная. Уф, как бы. Здравствуйте, Александр. Думаю поступать на филфак, но не знаю, куда потом идти с философским образованием. Помимо преподавателя философии, хорошего стрима. Можно в стримы идти, а можно преподавателем философии. Элементарные предложения, аргументы истинности предложения. Еще одно прескриптивное высказывание. Как бы, вполне. Функции истинности можно упорядочивать в ряд. Это есть основание теории вероятностей. Ауф! Продолжаем разбирать Витгенштейна. Очень интересная философия с Александром Шадовым в духе убермаргинала. Продолжаем. Все большие мы не будем рассматривать, но это потому что там, наверное, могут реально доказательства появиться. Ну а что нам читать, да, доказательства? Логические знаки операции являются пунктуациями. Как вам такое, друзья? А?
А вот это я понимаю. Вот это мудрость. Мудрость веков. Тут цифры какие-то пошли, я хуй. Не будем в них разбираться даже. Мы же критикуем как маргинал, поэтому вообще не будем с этим работать. Давайте до конца. Что там? То, о чем нельзя говорить, о том следует молчать. Ау! Все, шутка закончилась.